девочка, все, мой зайчик. Шерстка в порядке, хвост пистолетом. Рацион беляшика под контролем ветеринарного врача-диетолога. Для кошек и собак Ольга Косинова – самый добрый доктор. Уколы не ставит, не оперирует. Ее задача – подобрать питомцу питание, помочь ему похудеть, вылечить аллергию, а значит и продлить хвостатому жизнь. Врач, он должен не только правильно там поставить диагноз, назначить лечение, но и донести до владельца, чем болеет его питомец и как нужно это правильно скорректировать. И вот успех лечения, он не только от врача зависит, но и того, как владелец понял и что он дома дальше делает. Ольга – единственный в крае ветеринарный врач-диетолог. А еще она может стать мисс ветеринарии. Каждый год на сайте «Ветеринария и жизнь» проходит конкурс, в котором принимают участие врачи со всей России. Сейчас у Ольги хорошие шансы на победу. Она собрала больше 8 тысяч голосов, но пока этого мало, чтобы жительница Барнаула получила заветный титул. Проголосовать за Ольгу Косинову можно на этом сайте до 1 декабря включительно. А у вашего питомца блестит шерсть, как у Чучи? Это чья пуза? Это кто тут? Кстати, общение с четвероногими для Ольги не заканчивается в 6 часов вечера вместе с рабочим днем, потому что каждый день дома ее ждут три кошки и собака, которых девушка когда-то подобрала на улице. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.